позвольте представить вашему вниманию и, конечно же, предоставить слово примару муниципия Белс, господину Рената Усатый. Так, как достать, чтобы никому не стать, все-таки отойдет, так удобно. Уважаемые участники, уважаемые гости, организаторы турнира, я очень рад, что в Бельцах у нас появилась добрая традиция, которая уже за нашу историю проходит во второй раз этот турнир. Количество участников в этом году практически удвоилось. Это говорит о том, что интерес к этому мероприятию с каждым годом растет. И то, что у нас проходит мероприятие такого масштаба с гостями в этом году из 7 стран, говорит о том, что есть интерес и к самому мероприятию. Благодаря этому вырастет интерес к нашему городу. Я хочу поблагодарить от всего сердца всех родителей, которые воспитывают детей, которые иногда тратят последние деньги на детские костюмы, потому что сегодня мы живем в очень сложное время. Я хочу поблагодарить Гелецки Наталью за то, что вы делаете. Это огромная работа, огромное спасибо за то, что вы делаете. Успехов вам! Мы эту традицию, естественно же, сохраним и сделаем все для того, чтобы это мероприятие было на следующий год еще больше, но имеется в виду касаемо участников, потому что, да, более 250 участников из 7 стран. На следующий год, я уверен, что с вашим потенциалом будут все 500. Огромное спасибо вам, всем успехов. Наталья, это вам, как организатору. Спасибо вам еще раз за то, что бельцы рулят. Удачи всем!